Итак, ветеринарные врачи вместе с полицейскими и представителями администрации города будут инспектировать частный сектор с тем, чтобы выявить тех, кто не соблюдает правила содержания домашних животных. Причем владельцев кошек и собак, которые комиссию пускать на порог не собираются, будут штрафовать. Это крайние меры, и приняты они в рамках действующего в городе карантина по бешенству. Напомню, первый случай бешенства на территории Ноябрьска был зафиксирован 6 мая, а 17-го в пятницу специалисты местного центра ветеринарии обратились к жителям города с просьбой привить своих питомцев. Причем сделать это можно бесплатно. Говорили на совещании и о бездомных кошках и собаках. Учитывая, что они представляют наибольшую опасность, в 2013 году зарегистрировано 27 нападений на людей, решено утилизировать бродячих животных, а займется этим клуб «Тарпа».